Ребятки, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и у нас будет сегодня прокачечка монстра, но как его правильно прочитать, понятия не имею, что-то вроде, будем называть, короче, его Ленька. Ленька это у нас трехголовая, короче, гидра, вот оно, ну давай нажмись, так вот такая вот веселенькая, у нее каждая голова, вода, земля, вода, природа и огонь, ну вот так вот, короче, выглядит. Короче, прикольный монстр, на него сейчас даже идут бусты, как мы видим. 20 сила, 10 скорость, 20 энергии, 15 здоровья. Давайте сейчас мы его найдем. Вот он в персональном логове себе ходит, гуляет. Кто уже мог заметить, это не мой аккаунт, это аккаунт Макса, который предложил мне снять гидру, которая у нас была вот в этом, в командном соревновании, короче, в котором я практически не участвовал. В общем-то, сейчас мы его будем, ребятки. Ух, нифига себе! Она еще у нас даже на 3 звезды, на 115 левел. Ну, 3 миллиона еды. Хватит, не хватит. В общем-то, сейчас мы это все дело с вами узнаем. Но перед этим давайте зайдем, как обычно, зайдем на монстр у Вики, короче. И посмотрим. И что мы видим? Так, давайте, кстати, я хотел перед этим, вот как он звучит. Слушаем. Learning. Как это, короче? Learning. Короче, как-то так он звучит. Будем называть его просто Ленька. Так, легендарный монстр магии. Ну, сотый уровень с прокачкой. Трехкратной прокачкой в лаборатории Виктора. У нас уже он 115-й. Так, 3200 сила не особо, жизни не особо, скорость неплохо. Ну, вот так, показатели эти ничем не выдаются. Что здесь видим? Ну, 10% шанс на суперку, это хорошо. Так, и какая у нас суперка? Full Complete Powers. Полная завершенные силы. Не знаю, что это может быть, но я так понял, судя по списку, это всевозможные, короче, бафы всех ударов, и они могут быть наложены. Итак, массовый удар, силы 60 по всем врагам. Очень сильный специальный урон всем врагам и 3 рандомных эффекта на цель, на одну. Вот это я понимаю, full complete powers. Нормалек, короче, так. Так, гидра раш, 35 с параличом по одному. Так, смешанные силы, мультиудар 15, очень слабенький всем. Правда, что делает? 50% шанс отравить все цели, 50% шанс поджечь все цели. И утечка, то есть все три эффекта накладываются. Ну, так в целом неплохо. Но удар слабый, 15 всего лишь. Так, 40. Простой удар. Дальше у нас идет трипл чау, тройной укус. Всеми тремя головами, так сказать. Так, с параличом 45 по одному. Потом идет Blaze Head Power. В общем-то, какая-то головниковая сила. 55 по одному с поджиганием, потом, так, яд, 55 по одному, дальше, так, трипл чомп, паралич по одному, сила 60, думаю, стоит его брать, мультиудар силой 20 и с применением трех эффектов горения, тоже стоит брать, и 55 по одному, но его, наверное, лучше заменить на вот этот, будет два удара, наверное, с параличом, мультиудар будет, и возможно вот этот 55 с поджиганием, скорее всего он получше будет, чем 50, хотя может и со стаминой. Так, с этим мы разобрались, в принципе, давайте сделаем, у меня есть такая волшебная, опа, print screen, короче, и Яндекс.Диск делает мне скриншотик, очень удобно. А мы будем качать его в согласии с mlgame.ml. Так, и что мы здесь видим? Так, сила пламеневой головы, 55 плюс горение, да. Дальше, потом тройное чавканье, трипл чамп там было, паралич по одному. Дальше, так, сплошная сила, full power, да, complete full power, да, это вот яд, горение, утечка энергии, да, вот это он по всем врагам. А, это последний наш, ребятки, это, по-моему, последний, да? Вот, да, вот, confluent power. Двадцаточка по всем. И потом сила водяной головы 55. И противника занимает энергию. То есть вот это все-таки нам рекомендуют брать. Так, вот этих вот три удара. И какой там у нас идет первый? А ну-ка.
Куда это я попал? Первый у нас идет, ребят. Сила пламеневой головы с поджиганием. Ну, вот я вот так... Где вот? Blaze Head Power. Вот он. Ну, в принципе, я так с этим, ребята, и согласен. А посему возвращаемся мы к нашему чудищу. И давайте будем его кормить. Так. Рунки мы ему тоже пихнем. Так, бросок гидры нам не нужен. 115 это все-таки... Ладно, пока что. Самые слабые на всякий случай удары заменим. Но это не беда. Так, это интересно. Как это все делать? Сила пламеневой головы. Нужен нам такой удар. Идем дальше. Сила 55 у него. Шанс 95%. И горение. Так, сила ядовитой головы. Ну, пусть пока валяется. Но он нам не понадобится. Горение самый сильный у нас эффект. Так, сила водяной головы. Тройное чавканье. Да, подходит. С параличом. Теперь нужна сплошная сила. Full power. И сила... А, сила водяной головы. Ё-моё. Она же нам нужна. Сила ядовитой головы. Силу водяной дайте мне. Сплошная сила. Кстати, эффекты те же, да, были, что и у смешанной силы. Так. Тройное жевание нам не нужно. Нам нужно тройное чавканье, оно у нас есть. Так, будет, короче, очень обидно тут. Сила водяной головы. Ух, это я уже испугался. Думаю, я его прощелкал. И бывает такое, что ну, удар же появляется в зависимости от уровня. Если это был удар первой силы, вот первых уровней, типа вот сила пламенной головы, да, он дальше просто уже не будет выпадаться там на 50, 60, 70 уровне. Потому вот так вот. Так, сила пламенной головы, сила водяной головы, чавканье и сплошная сила. Вот так. Изучаем. Так, все. Теперь мы качнулись уже так, как нужно, и давайте будем просто максимально быстро набирать уровни. Нормально так? Я двумя пальцами фигарю по кнопочке. Так, ну сейчас посмотрим, куда нам хватит. Ну да, нам не хватит еды. Наверное. Да. В общем-то, 110 уровень у нас получился. Так, давайте глянем, может, у нас тут еда уже какая-то созрела, так сказать. Так, где у нас здесь вообще... Где у нас фабрики? Где у нас производственные мощности? Так, ну не знаю, это я слеп или я не вижу здесь ни одной фермы. Где фермы? Где все фермы? Вот они. Так, ну там 24 минуты, мы ждать тогда не будем. Мы приступим к установке рун на нашу гидру. Так. В общем-то, ставим мы ему 2 руны на силу и 1 руну на скорость. Так, руна на силу. Так, шестерочка есть на силу. И у нас есть еще одна руна, 6-я на силу, но она пойдет другому монстру, потому мы ставим на силу еще 5-ю и ставим 4-ю рунку на скорость. Вот
такой вот у нас на данный момент получается набор. И сейчас пойдем посмотрим, что у нас там есть в подземельях. Так, 8400 сила, скорость 4800 и 37 тысяч жизней. Ну, на 115 уровне, конечно, стало повеселее. Давайте глянем, что у нас есть там в подземельях. Есть подземелье на выживание, подземелье рун. Вот подземелье кристаллов, например, есть. Давайте пойдем здесь порепетируем. Кстати, о, это Дэн у нас, по-моему, да? У меня такого монстрика нет. Давайте глянем. Так. Уберем Демис и... О, наш новый. Интересно, они что, по силе или по какому принципу они здесь располагаются? 110 уровень. Ну да, по идее, он самый шустрый. Ну, самый прокачанный по уровню. Так. Ну, пожрем выносливость, давайте. Эх, узнаю. Узнаю свою любимую, родную. Ух ты, я не обратил внимания, что у нас все удары получаются легендарные. Так, давайте будем выбирать. Так, горение и три эффекта. Великолепно. Так, кому что попало? Утечка энергии, поджигание и яд попал двоим. На, один просто неуязвим к этому делу. Хорошо. Так, о, у нас тут есть Супер Дэн тоже с горением. Ну, давайте всех подожжем. Так, Lightning Strike, это, в общем-то, удар молнии, да, получился. Так, орка сгорела. Хорошо. Идем дальше. Так, здесь у нас всего 4 хода. Не прокачан кораблик. Так, 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 так. Ну, погнали дальше. В принципе, давайте сделаем так вот. Чтобы была небольшая интрига, так сказать. Так, массовый удар у нас был только один. Так, вот это он. Теперь давайте по каким-то ударам. Так, отнимает 50% выносливости. Ну, у нас никто не выдерживает этот один удар. Да, каждый удар забирает 39 тысяч. Не кисло. Неплохо. Получилось с двумя рунами. О, давайте посмотрим на супер удар. Я его не видел. Так, кстати, я выжил. Выжил-то один монстр. Ладно, дадим шанс походить. Так, вообще-то с такой гидрой можно идти в ПВП. Так, есть ли у нас там энергия для ПВП? 38 тысяч. Прикольный удар, мне нравится. Сейчас заглянем. Может, нам получится найти себе противника под кстать. Сколько там времени? Через 4 минутки, ребятки. Хорошо, тогда мы сделаем еще один боек и пойдем по ПВПшимся. Так, а что у нас здесь? Дарк Нубиса. Давайте, может, бабахнем Дарк Нубиса. Оставалось у нас... О, здесь 108 уровень. Здесь, ребятки, помощнее. Потому делаем вот так. Так, это сделали. Обязательно ходим массовым ударом. Здесь ребята покрепче выстоят, никуда не денутся. Так, что у нас здесь есть? Так, оглушение по одному. Какая сила? Сила 65, сильный удар. Нифига себе, сила 75. Сила 75, металлический удар. Хорошо. Так, справедливость для всех. 45. Просто удар обыкновенный, да? Но если я так сейчас шарахну, они, наверное, все умрут. И поджигание. Ну, давайте справедливость для всех. Я за справедливость. Так, ну террорайзер, блин, выживет. Он как раз тоже представитель металла. Сейчас мы его... гидрой поджарим.
Так, что нам Гидра хочет предложить? Ну, никто не выживет против Гидры, ничего же не поделаешь, да? Горение, ну ладно. 23 тысячи. Так, это мы пропустим. Па-бам! Так, ну, в общем, я сейчас жду там буквально минуточку. И мы идем искать себе противника для ПВП. Так, получили Дарк Нубиса. Минутка. Ура, наконец-то нам дали это одно заветное очко. Так, вот такая вот у нас здесь стоит троица, интересно. Скоростной. Давайте сменим команду. Возьмем вместо кубика. Или кубика оставить. Давайте вот так вот сделаем. Так, у нас... кубик у нас правильно прокачан, да? Так как у меня Таймерион прокачан. Пятые руны командные. Так, хорошо, давайте... Куда я вышел? Будем искать себе противника. Правда, я кубиком не особо, короче, владею. Кубик-рубик складывать я, кстати, умею. Кто умеет, ребятки, складывать кубик-рубик, ставьте пальчик вверх. Так, это просто... кстати, он интересный очень противник. Практически такой же, как мы. Так, ладно, не будем рисковать. Хочется все-таки одержать победу. Ну вот, например, можно идти в бой. Здесь Вольтик слабый. У него всего лишь одна руна на энергию. Пожираем, конечно же, всем выносливость. Так. Full power. Ну, не full power, как оно там. По-другому как-то назывался в английском варианте. Так, я думаю, сейчас кубиком-рубиком мы это все сейчас дело добьем. Гличим. Вот это у него DDoS-атака, по-моему. Массовая. Так, ну, самый главный враг у нас вышел. Намагниченный, короче, красавчик у нас. Ну, все. В общем-то... Давайте кого сожрем. Тетис, пусть сожрет Тетис. Готово, а мы сейчас сожрем Металхеда. В общем-то, отлично у нас прошел бой. Кстати, 1762 кубка у меня примерно, у меня что ж, где-то в районе 3000... Короче, где-то похожий у меня, короче, показатель по ПВП. Так что, ну, в общем-то, мне понравилось это, короче, наша гидра трехголовая. Думаю, и вам она тоже понравилась. Хороший показатель, не такой демагер, неплохой, ребятки. Так что, в общем-то, пальчик вверх и до скорых встреч. Пока.